В рубрике «Мобильный репортер» мы показываем новости, снятые нашими зрителями. Житель города Видное Владимир Максимов прислал нам видео. Он снял огромную пробку, которую сегодня утром образовалась на Белокаменном шоссе от деревни Таболова до кольцевой развязки проспекта Ленинского комсомола и улицы Заводской. Примерно с 8:30 до 9:30 в самый час пик движение на Белокаменном шоссе остановилось. Виновницей затора стала легковушка, у которой, по свидетельству очевидцев, отвалилось левое переднее колесо. Когда наш мобильный репортер прибыл к месту дорожного инцидента, автомобиль уже помещали на погрузчик. Колесо было на месте, но заблокировано. Кроме этого, еще одна авария произошла сразу после выезда с кольца. Одна из машин вылетела на снежный бруствер. Уже к 10 часам движение на шоссе было восстановлено.